В полиции спрашивали, что происходило 27-го, ну и вообще про политическую позицию полицейский Эшник, ну, сотрудник центра Э. И говорили, что у меня погублено будущее, что я теперь никуда не поступлю с административкой, и что в нашей стране все прекрасно. И спрашивали, почему я так негативно отношусь к полиции, и это меня очень удивило, потому что я так раз и наоборот пытаюсь к ним относиться более позитивно. И говорили вещи, ну, которые крайне сложно узнать обо мне. То есть они действительно искали тайную информацию. Вот, в общем, это было очень странно. Попались нормальные полицейские, так что...